Радмир Валиев в народной дружине уже 6 лет. В переводе с древнеславянского его имя означает «воин мира». Молодой человек говорит, родители не зря его так назвали. Он всегда на стороне добра, а сейчас делает все, что в его силах, чтобы предотвратить распространение коронавируса в регионе. В составе бригады добровольцев убеждает самарцев соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию. Во-первых, это гражданская позиция. То есть я считаю, что любой сознательный гражданин должен принимать участие в сохранности здоровья граждан, ну и в том числе в мерах пресечения противоправных действий. Ежедневно улицы и парки Самары патрулируют около 40 дружинников. Работают стражи порядка в 2 смены по 12 часов в сутки. Добрый день. Здравствуйте. Хотел бы вас проинформировать вот памяткой о соблюдении социальной дистанции. Сейчас, когда многие жители расслабились и не соблюдают правила безопасности, а статистика заболеваемости COVID-19 продолжает расти, такие рейды особенно актуальны. Дальнейшая ситуация с вирусом зависит от каждого человека. То есть мы должны напоминать гражданам о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, чтобы у нас эта статистика не прибавлялась, а уменьшалась наоборот. Самарцам напоминают о масочном режиме, который по-прежнему действует в регионе. При посещении магазинов, торговых центров, поликлиник, госучреждений, а также во время поездок в общественном транспорте нужно использовать средства индивидуальной защиты. Мария Левина, Николай Сидоров. События.